Город Углегорск. 7 февраля. Какой желтый валяется? Мало нужны, блядь. Все. То, что обычно происходит с укропской техникой, если ее не забирают ополчение. Центральный пятачок в городе Углегорске. Одно из самых пострадавших зданий. Здесь было ожесточенное бой. Попытка украинской армии прорваться с этой стороны была установлена. Это все, что оставалось у них. Дорога ведет в сторону Горловки. Поле жечь костры.
чисто по-украински. Причем школам. В школах знания для укуропов не дают. Их надо жить костры. Распала, это была. Обычно отровский флаг. Чтобы нас Степаныч не потерял. Я думаю, не потерять. Здесь также базировались укропы. Что за книжечки? Это какая разница? Такие закладочки делают.